Друзья, всем привет! Сегодня будем с вами делать интересную самоделочку из фанеры. В данном случае нам понадобится 18-миллиметровая фанера и 12-миллиметровая фанера. Самоделка будет служить в первую очередь для обустройства мастерской. Ну а что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Thank you.
Итак, друзья, вот такую систему хранения французские планки мы сегодня с вами сделали. Немножко остановимся на размерах. Вот эта планка у нас идет 90 мм, ответную планку я делал 60 мм. То есть заготовка 150 мм. Я сделал вначале немножко неправильно. Нарезал сначала заготовки 150 мм, потом прошел под углом 45 градусов. У меня получилась одна заготовка 90 и одна 60. Но, как оказалось, ответных планок надо очень мало, поэтому, если вы будете делать, вы можете одну заготовку делать 180 мм, с каждого края взять по 45, пополам распилить, то есть у вас получается две планки. А ответные уже один раз пройтись, допустим, заготовку, да, потому что их ответных очень мало надо. Вот здесь они крепятся, на крепление идут. У меня получилось ответных много планок, и я их пустил вот сюда. Обрезал вот эти заготовки, у меня идут по 45 мм. Можно сделать 50. В принципе, ничего страшного. Ну и сделали несколько органайзеров с вами. Более детально я не стал показывать, как я делал. Наклей не сажал, единственный наклей посадил вот здесь крепление, а здесь все прошелся шпильками. Кстати, оставьте комментарии, пользуетесь ли вы такой системой хранения и как она себя зарекомендовала. Также в ближайшем будущем хочу сделать еще несколько органайзеров. Напишите в комментариях, интересно вам будет или нет про изготовление данных органайзеров, потому что хочу разместить сюда и струбцины, баллончики для краски, то есть дрель. Все необходимое, чтобы было на виду. Ну а сейчас установим органайзеры и посмотрим, как инструмент будет смотреться на этих органайзерах. Первый органайзер — это для лобзика. Вешаем в любое место, как я уже говорил. Берем лобзик. Устанавливаем. Сразу можно установить с пилочкой. И аккумулятор. Сюда также в полочку можно разместить пилки от лобзика запасные. В любой момент мы можем снять, куда-то отнести или повесить в другое место. Следующий тоже небольшой органайзер, это для шлифмашинки. Тоже размещаем в какое нам нужно место. Вот наша машиночка. Сюда сделал полочку, тоже убираем фильтр, аккумулятор и ставим саму машинку. Следующий органайзер сделал вот с такими отверстиями. Это больше, наверное, для красоты. Повесим, к примеру, сюда. И будет служить у нас для нашей пилы. Вот так вот крепится. Ну и последний органайзер. Это я сделал для фрезера. Давайте его, наверное, повыше поставим. Вот сюда, к примеру. Устанавливаем фрезер. Здесь полочку сделал специально для кабеля. Вот таким вот способом. Ну и сюда уберем набор фрез. Вот так вот у нас получилось. Размер органайзера все зависит от вашего инструмента. То есть кто-то сделает чуть пошире, может сделать, да, кто-то подлиннее. То есть самое главное — выдержать вот эти размеры. Да, еще забыл сказать, что размер между планками у меня составляет 80 мм. Можно сделать поменьше, потому что здесь позволяет. Но я сделал побольше, чуть-чуть побольше. Можно, в принципе, сделать 7, этого будет достаточно. Вот так вот размещается весь инструмент на французских планках. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!